Харе Кришна. Сегодня около 2 часов дня ушел в жизнь мой ученик из Тараза. Анатарам. Болезнь легких, отягощенная какой-то вирусной инфекцией, он не справился с болезнью. Ушел без сознания. Искусственная кожа. Преданные успели листу посеять воду. Гангелия до Кундали. И сейчас там по их тюрьме. Он уже много лет занимается преданным, очень серьезный, искренний, честный человек. В Таразе практически не было ядра, он много сделал. Сейчас там уже есть инициированный кредит. Вот. Сегодня он уже оставил нас. Кришна,
А куда наставить? Thank you.
Читания Джанитя Нанда. Читание Чайтамрита Панти Лила 27. Продолжаем читать. Встречаемся с читанием с Бхагаватой. Читарера Анугатта Екаре Ликхана Сабалока Маньякаре Каребе Рахана. Тот, кто комментирует Шримад Бхагаватам, следуя по стопам Шридхары с вами, заслужит всеобщее почтение и признание. Комментирует Шримад Бхагаватам, как идя по стопам Шридхары с вами, отринув ложную гордость, почитая Верховную Личность Бога Кришну. Итак, есть путь ложный, есть путь основан на ложной гордости, когда каждый пытается мнение своего понимания предмета. Это путь ложной гордости. Все уже сказано, истина уже провозглашена, нужно просто принять ее и передавать дальше. Как Шрила Прабхупада, он говорил об ученых, почему они заняты изысканием, ведь знание уже есть. Нужно просто принять его. Прекратив оскорбление, повторяя Махамантру Хари Кришна, святые имена Господа, тогда очень скоро ты обретешь прибежище у лотосных стоп Кришны. Очень скоро, здесь говорится. Только нужно прекратить оскорбления. Вот эти вот свои мнения, вот сравнения, сопоставления, споры. Один из запретов, который Прабхупада ввел в практику преданных, не спорить, прекратить споры. Это не вайшнавская культура. Валлабхабхата обратился к Шри Чайтанья Махапрабху с просьбой: если ты действительно доволен мной, то снова прими мое приглашение. Шри Чайтанья Махапрабху, который явился ради спасения всех людей мира, принял приглашение Валлабхабхаты, чтобы доставить ему радость. Шри Чайтанья Махапрабху всегда печется о счастье всех обитателей материального мира. Поэтому иногда он наказывает кого-либо только для того, чтобы очистить его сердце. То есть не в отместку идет наказание, вот этот момент тоже очень важный. Если кто-то совершает какое-то злодеяние, то у другого возникает чувство мести, желание отомстить. Это некое искаженное отражение наказания. Месть — это наказание в низших гунах. То есть удовлетворить свои чувства. Поэтому я хочу, чтобы этот человек тоже испытал боль. Вернуть ему это все. Но на самом деле здесь другое описывается в природе Господа Чайтаньи или Вайшнавы. Он никому не мстит. Если он и наказывает кого-то, то не из чувства мести, а из желания очистить его. То есть это называется духовный учитель. Поэтому мы обращаемся к духовному учителю, который не будет мстить нам за наши ошибки, а будет думать о нашем очищении. Аналог
в этом мире, как родители, заботятся о своих детях. Они не мстят им за их ошибки и плохие поступки, но желают им лучшего будущего, даже в этом случае. Господь Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен, когда Валлабхабхата пригласил его к себе вместе с близкими ему преданными. Чистая экстатическая любовь, которую питал Шри Чайтанья Махапрабху, Джагадананда Пандит, не знала никаких пределов. Ее можно сравнить только с любовью Сатьябхамы, которая всегда ссорилась с Господом Кришной. Такая любовь тоже есть, такая раса есть. Опять же, это не месть, это не то настроение, когда ссорятся Сатьябхама и Кришна, царица Дварыки, скажем. Ну, Рукмини никогда не ссорилась с Кришной, не находилась в этом настроении, но Сатьябхама, она ссорилась, как будто завидуя кому-то, как будто она была недовольна Кришной. Такая игра, любовная игра. Джагадананда Пандит часто затевал любовные ссоры с Господом. Они всегда в чем-то не соглашались друг с другом. Чистая экстатическая любовь Гададхары Пандита и к Шри Чайтанья Махапрабху также не ведала границ. Она была подобна чувствам Рукмини Деви, которая всегда и во всем подчинялась Кришне. Если Сатьябхама не соглашается, Рукмини не соглашается. Противоположность. То есть в любви много граней, совершенно, казалось бы, противоречивых. Ссорятся, любят или не любят. Непонятно. Потом мирятся. То есть, когда ссорятся, наверное, не любят. Когда мирятся, любят. И так люди гадают, так любит меня или не любит человек. Каждый сейчас любит. Ну, сейчас уже не любит. То есть любовь настолько противоречива, иногда влюбленные, они нарочно злят друг друга. Нарочно задираются, вызывают гнев, нарочно критикуют друг друга, чтобы понаслаждаться этим настроением, поругаться. Зачем, спрашивается? Такова раса. Господь Шри Чайтанья Махапрабху иногда хотел вызвать дружеское негодование в Гададхаре Пандите, но тот всегда осознавал величие Господа и потому никогда не сердился на него. То есть Господь Чайтанья пытался его рассердить, но не получалось. Комментарий Шрилы Прабхупады. Однажды в Двараке Кришна в шутку предложил Рукмини Деви выбрать другого мужа, сказав, что считает себя неподходящей для нее парой. Такая шутка была у него. Но он говорил очень серьезно при этом. Не поняв его шутки, Рукмини Деви приняла его слова всерьез и тут же лишилась чувств от страха потерять Кришну. Выгрывая Господа Шри Чайтанья Махапрабху, Джагадананда Пандит постоянно в чем-то спорил с Господом, подобно Сатьябхаме, а Гададхара Пандит всегда преклонялся перед величием Господа и потому сохранял покорность ему при любых обстоятельствах. С этой целью Шри Чайтанья Махапрабху иногда делал вид, что сердится на него. Но когда Гададхар Пандит слышал об этом, он только очень пугался. Прежде в Кришна-лиле, когда Господь Кришна стал шутить с Рукмини Деви, она приняла его слова всерьез, и сердце ее сковал страх. Валлабхабхата привык поклоняться Господу Кришне в образе ребенка. Он был посвящен в Бала Гапала мантру и поклонялся Господу с ее помощью. Бала Гапала – это мантра, обращенная к Кришне в образе Бала Гапала, ребенка.
Но от общения с Гадхар Пандитом его умонастроение изменилось. Он стал поклоняться в сердце Кишора Гопали Кришне в образе юноши. Кишора Гопал. Бала, ребенок Кишора юноши. Балабхабата хотел получить посвящение у Гададхара Пандита, но тот отказался, сказав: «Я не могу взять на себя роль духовного учителя». Ведь не все преданные, они хотят принимать такую роль. «Я полностью зависим. Мой господин Гаурачандра, Шри Чайтанья Махапрабху, без его указания я не могу ничего сделать». Таким был Гададхара Пандит. Дорогой Валабхабата, твои визиты ко мне не нравятся, Шри Чайтанья Махапрабху. Из-за этого он иногда ругает меня. Прошло несколько дней, когда наконец Шри Чайтанья Махапрабху пролил милость на Валабхабату и принял его приглашение. Он послал Сварупа Дамодару, Джагадананду Пандита и Говинду за Гададхар Пандитом. По пути Сварупа Дамодара сказал Гададхар Пандиту: «Шри Чайтанья Махапрабху решил испытать тебя, поэтому он не удостаивал тебя своим вниманием. Почему ты не отчитал его в ответ?» Сварупа Дамодара спрашивает. Это не шутка, он имеет в виду, он видит, что Гададхар Пандит очень приближенный спутник Господа Чайтанья. Очень приближенный. Он не понимает, откуда у него такое смирение. Почему так боится? Что-то сделать неправильно в присутствии Господа Чайтанья. Он очень-очень близок. В близких отношениях не обращают своего внимания даже ни на какие ошибки. Невозможно совершить оскорбление. Почему ты в ответ не ответишь на такие вот вещи? Почему ты терпеливо сносил все его упреки? Чего ты испугался? Гатар Пандит ответил: «Господь Шри Чайтанья Махапрабху полностью независим. Он всеведущ, и никто не может превзойти его в этом. Мне не пристало вести с ним беседу на равных». То есть он не забывал об этом, о его положении при этом. Даже в близких отношениях. Я готов стерпеть все, что он скажет, и водрузить его слова себе на голову. Он сам смилостивится надо мной, взвесив все мои достоинства и недостатки». Вот такое полное доверие, такое полное предание. Сказав это, Гадхар Пандит зашел к Шри Чайтанья Махапрабху и с плачем припал к его лотосным стопам. Слегка улыбаясь, Господь обнял его и с нежностью в голосе стал говорить с ним так, чтобы другие могли его услышать. «Я пытался рассердить тебя, — сказал Господь, — но ты оставался невозмутимым. Ты не произнес ни единого гневного слова в ответ. Ты все терпеливо сносил. Как я ни старался, мне не удалось вывести из равновесия твой ум. Ты оставался таким же простосердечным, как всегда. Своей простотой ты купил меня. Никто не способен описать качеств, экстатическую любовь Гададхара Пандита. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху иногда называют Гададхара Прананатха, душой Гададхара Пандита. Никто не может описать, какую милость проливал Господь на Гададхару Пандита. Но иногда люди называют Господа Гадайра Гауранга, Господь Гауранга, принадлежащий Гададхаре Пандиту. Никто не может до конца понять игры Шри Чайтанья Махапрабху. Они подобны Ганге, ибо каждое из его деяний дает начало сотням и тысячам ответвлений.
Гададхар Пандит славится по всему миру за свою кротость, гармонические добродетели и непоколебимую любовь к Шри Чайтанья Махапрабху. Так Господь избавил Бабату от грязи гордыни. Тем самым он также преподал урок всем другим. Он показал таким образом. Эта игра была с глубоким смыслом. Иногда Господь устраивает какие-то трудности преданным. Вот с этой целью. Показать другим, как ведет себя этот преданный, его великие качества. На примере Гададхар Пандита он научил Валабхабату смирению. Это проникло в сердце Валабхабаты. Пример Гададхар Пандита. В глубине сердца Шри Чайтанья Махапрабху был очень милостив ко всем. Но внешне он иногда лишал некоторых преданных своего внимания. Не следует придавать большое значение внешним проявлениям его любви. Ибо если мы сосредоточимся на них, то мы обречены на поражение. То есть внешние факторы не так важны, как внутренние факторы. Живое существо описывается. Это есть граница между духовным и материальным миром. Это положение дживы. Положение дживы. Она и материальна, и духовна одновременно. И материально, и нематериально. И духовно, и недуховно. Трудно понять, что такое живое существо в татаста-шакти, в этой границе. Это сравнение тата означает граница или берег океана. Мы недавно были на побережье Удупи Кришны. И есть моменты, когда берег обнажается далеко, отлив. Большой плёс песочный. Можно гулять по суше. Через некоторое время там бушует океан, не на шутку. Волны вырывают, ямы там просто все перемешаны. Не войти туда. Через какое-то время снова просто суши, ничего нет, океан далеко. Это и суша, и не суша, океан, и не океан. Иногда в океане, в этом же месте, иногда на суше. Татаса шакти. Это джива, которая попадает под влияние. Татва, которая не попадает под влияние, это Вишну татва, Шива татва, Шакти татва, они не попадают под влияние. Независимо. А джива – это татаста шакти. И если живое существо не предается Богу, оно вечно остается в этом пограничном состоянии, то поднимается на вершину духовного счастья, то падает в ад. В пределах материального мира есть такие градации. То возвышается до высших планет, то падает на низшие планеты. То возвышается до человеческого состояния, то до животного падает. Прямо в одной жизни можно видеть, как у человека есть такие колебания у всех. В уме есть всегда такие колебания, татасты, шакти. Мы чувствительны к гуна материальной природы. Погода ли это, или общение какое-то, или пища, или состояние тела, настроение. Много факторов. Мысли о будущем, о прошлом, много желаний. Все это вращение гун природы. Очень сложная картина нашей жизни. И мы в этих переживаниях, мы внушаем себе ум думать, что это есть жизнь. Так он говорит, вот это жизнь, так я живу, так я наслаждаюсь. Он принимает все эти беспокойства за реальное существование. Поэтому Господь Чайтанья, Он должен был прийти и дать учение. Учение, подтвержденное примером или примерами. Учение, не подтвержденное примерами, не может жить в этом мире. Считается неприменимым. Люди отвергнут его. Только подкрепленное примером учение может здесь существовать.
Также, если будет просто пример, без наставлений, без учения, люди не поймут этого. Ну что за человек, который всем все прощает, всем жертвует, о себе не думает? Да он ненормальный просто. Люди не поймут его. Скажут, это ненормальный человек. Он больной, наверное. Он не понимает вообще, как устроен мир. Он глупый. И Господь Чайтанья принес это учение, это высочайшее смирение и терпение, но при этом он дал пример этого смирения, силу этого смирения, силу этих качеств. Интересно, что этой любви Господа Чайтанья никто не мог сопротивляться, даже самые гордые люди. Самые завистливые и гордые люди. И говорит, что Чайтанья Махапрабху бездонные. Кто способен их до конца постичь? Только те, кто обладает непоколебимой и глубокой преданностью его лотосным стопам. На другой день Гандхар Пандит пригласил Шри Чайтанья Махапрабху пообедать вместе с ним. Господь принял прасад у него дома вместе со своими приближенными. Шрила Бхагаватам Сарасвати Такур пишет в комментарии, что внешне, пренебрегая Валабхабатой, Господь Шри Чайтанья Махапрабху на самом деле желал ему добра. Валабхабата считал себя великим знатоком священных писаний, и Господь хотел избавить его от этой гордыни. Господь также в течение нескольких дней игнорировал Гадатару Пандита за то, что тот общался с Валабхабатой. В действительности он не был сердит на Гадатару Пандита за его поведение. Гадатар Пандит является внутренней энергией Господа Чайтанья Махапрабху. Поэтому Господь не может быть им недоволен. Однако тот, кто уделяет слишком много внимания внешней стороне событий, не может понять глубину, глубинного смысла такого поведения Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому если кто-то неуважительно отзовется Гадатаре Пандите, его ждет неминуемая гибель. Когда-то родились шестеро полубогов, мудрецов, великих, очень великих душ. В это время Брахма сотворил дочь и почувствовал к ней влечение. Он даже стал ее преследовать. Эти мудрецы, сотворенные Брамой, осудили его поведение. Как он может это делать? Отец, дочь. И за это они были прокляты. Они рождались у Деваки, и Камса убивал каждого из них, как только тут родился. И там говорится, что к великим личностям нужно относиться очень осторожно. А если даже внешне что-то кажется, они делают не так, это все равно не являются обычными людьми. То есть этот уровень также учитывается. Итак, если кто-то будет отзываться неуважительно к Гадатхаре Пандите, его ждет неминуемая гибель. Такой уровень. Там же Валабхабата и спросил позволения у Господа Чайтаньи Махапрабху и его желание получить посвящение у Гадатхары Пандита исполнилось. Итак, я поведал о встрече Господа с Валабхабатой. Слушая о ней, можно обрести богатство любви к Шри Чайтанье Махапрабху. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на
их милость и следуя за ними. Я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе Антиалилы Шри Чайтанья Чаритамриты, в которой описывается встреча Шри Чайтаньи Махапрабху с Валлабхабхатой. Какие будут вопросы у нас? Не смущайтесь, если что-то непонятно, когда мы читаем. Много что может быть непонятно, не смущайтесь этим. Мы в процессе, в садане находимся, это наша садана. Даже если непонятно, мы все равно продолжаем практиковать. Это вопрос очищения времени. Очищение. Постепенно будет больше понятно. Вопросы, пожалуйста. Махарадж, в светских лекциях вы часто говорили, что я не хочу возвращаться в этот материальный мир. А вот недавно мне преданные передали, что вы мне сказали, что продолжите миссию Господа Чайтаньи. Вот я хотел бы следовать за вами. Я же еще не ушел. Вы меня уже провожаете, да? Медитировать. Я сейчас помогаю вам. Хоть бы доволен своим положением. Но я хотел какую-то еще более высокую цель, но и, судя по всему, в следующей жизни это наши отношения таким образом продолжатся. На что мне медитировать? На Кришну. На Господа Чайтанью. Он все устроит. Это так же, как вот преданные спрашивают, они уже практикуют 16 кругов, принципы, уже служение какое-то, и спрашивают, как получить инициацию. Дальше позаботиться можно об этом, я думаю. То есть Господь Чайтанья знает твое сердце, все поэтому. Не беспокойся. Дорогой Махарадж, Хари Кришна. Скажите, пожалуйста, что значит Кришна религиозен и почему мы с Кришной на ты, а людям на ты? От уважения, уважения, почтения. То есть ты с Кришной на ты уже? Я слышала, что с ним все. Ну, это как бы вот русский язык ты сейчас пытаешься анализировать. Потому что, например, в английском одно только слово используется. Там между ты и вы разницы нет. Говорят, что там все на вы. У нас еще разделяется ты и вы в русском языке. Поэтому такой вопрос лингвистический больше, чем философский. То есть потому что у нас Кришна английский, да? Ну, в русском, наверное, так. Так принято. А почему Кришна религиозен? Почему? Религиозен, он почитает религию. И себя тоже почитает. Себе поклоняется, то есть на себя медитирует. Он религиозен. Он ссылается на Писание, когда говорит Саджуна. Он говорит, что подробнее узнаешь Веданта Сутри, вот, скажем, эту тему. Или мудрецы прошлого объяснили то-то, то-то, то-то. Это религиозность. Да, или Рукмини Деви. Так и так говорят. А в этой религии? В этой религии, вот Господь Чайтанья и Гададхар Пандит, в этой религии, в которой мы сейчас читаем? Раса это же самое. Ну да, раса это же самое. Это внутренняя энергия. Внешне они, Господь Чайтанья Саньяси, Гададхар тоже, он в мужском теле. Но это внешне. С точки зрения расы, это Рукмини Деви и Кришна. Читали, что Господь, ой,
Вот это как бандит был, осознавал величие Господа, да? Правильно я поняла? Как Рукмини. Как Рукмини. Ну да, та же самая раз. Немножко сказать по поводу английского, то есть там в старом английском было слово «труп», оно звучит, это именно «ты». То есть все друг к другу обращаются на «вы», а в старом английском было слово «ты», и сейчас оно стало слово «молитва» по отношению к Богу. Ну, тоже, видите, к Богу на «ты» все обращаются. Еще хотела задать вопрос. Есть ли какой-то способ избавиться от ложного эго безболезненно, то есть не проходя наши тренировки, там, страдания, может быть, возможно, просто занимаясь служением? Безболезненно? Когда я был маленький, у меня шатался зуб. Какой-то передний. Мне сказали, да давай выдернем. Я говорю, нет, страшное дело, зачем рвать зуб? Но он шатается, шатается, он мешает, он там побаливает и так далее. Ну, тогда они сделали так. А мы, говорит, сейчас просто вот за ниточку привяжем, мы дергать не будем. А ниточку к дверной ручке. Ну, я сказал, ну, нормально, интересно, да, игра. Не понимаю ничего. Они привязали, а потом говорят, заходи там кому-то. И тут открыл дверь, зуб вылетел. И я даже не заметил этого. Вот так безболезненно можно избавиться от ложного эго. Служение. Нужно увлечься в служение. Нужно увлечься в служение. Но если начинаем увлекаться внешними какими-то факторами, мы укрепляем нужное. Где бы ни были, мы должны проявлять дух служения. Вот и все. Как только мы начинаем что-то оценивать, сравнивать, начинает проявляться ханкара. Если уж служить, то служить достойной личности нужно, правильно? Не всем же подряд. Так работает ханкара. Среди преданных это неуместно. Мы служим всем преданным. То есть мы не критикуем преданных, мы служим им. И таким образом можно незаметно очиститься, безболезненно. Болезнь означает, что я кого-то критикую, поэтому процесс болезненный будет. И для того, кого критикую, для меня тоже. Но если я в служении нахожусь, безболезненно. Как предаться Господу? Нужно просто сказать, Кришна, отныне я твой. Все. Только честно нужно сказать. Ты говоришь каждый день честно? Значит, ты предалась уже. Я еще пытаюсь в процессе, но ты уже, у тебя получилось. Кришна, спасибо большое. Хотел спросить, вот иногда преданных прославляют, и казалось бы, вот у тебя вроде все хорошо, но начинают прославлять преданного, который, ну, как бы, твой ровесник, наверное, так духовный, так скажем. И у тебя вроде было все хорошо, а потом в какой-то момент наступает такая ситуация, что ты начинаешь думать, а как же я? А я? И вот это я, это похоже на Карлсона, когда он, ну, я же еще умный, я же талантливый. И вот как научиться вот, ну, реально радоваться за то, когда преданного такого прославляют? А как же я? Как тут радоваться, не понимаю. Кого-то прославит, а я-то как? Я тебя очень хорошо понимаю.
Не прославляйте его присутствие, пожалуйста, никого. У него проблемы будут. Это и как бы, ну, я понимаю, что это несовершенство, ты говоришь, это может быть несовершенство в чем-то, но это тоже неплохо в том смысле, что это подстегивает нас тоже как-то к служению какому-то. Ты не думаешь, что какая-то прям серьезная проблема. Ну, такое как бы здоровое соревнование может быть. Ты же яд не подсыпаешь этому человеку, да? Как Моцарт в Сальери. Там. До этого не доходит, верно же, да? Ну, значит, все хорошо. Просто страдаю внутри. Это хорошо, да. Страдаешь и думаешь, дай-ка я тоже все-таки проявлю себя. Это, может быть, даже стимулирует нас что-то делать, активнее быть. Спасибо большое за кирзан, лекцию, Гуру Махарадж. Такой вопрос, раз уже проложено и началось, хотел спросить. Например, если такая ситуация, ты хочешь двух служений проявить, как-то служить другим, преданным или даже не преданным, а с другой стороны, такое может настроение быть, когда человек думает, о, типа, давай служи мне, еще служи, еще вот это, то сделай для меня. То есть такая вот позиция, как сказать, эгоистическая. То есть как вот на это реагировать? Нужно продолжать служить, или если видишь, что начинается нездоровая ситуация, как-то отстраняться, как правильно делать? Если тебя кто-то эксплуатирует? Ну, как-то так, да. Давай то сделай, это сделаем, еще вот это сделаем. Если это эксплуатация, то ты не должен принимать это? Даже если это преданный просит. Эксплуатация нет, неуместно. Точно эксплуатация? Ну я просто спрашиваю, иногда бывает, может быть, такой характер у людей, как они так себя ведут. Давай вот это мне, еще вот это. Мне или что? Ну вот не мне, а вот тот человек говорит ему. Ну я и говорю, это что, для него лично или как-то служение Кришне, как ты чувствуешь? Как ты сознаешь это? Иногда как будто лично вот человек хочет, чтобы ему конкретно послужили. И если есть такие отношения, да, возможно, если нет таких отношений, нет. Если ты чувствуешь эксплуатацию, это неправильно. Если ты чувствуешь, что это эксплуатация, то это нехорошо. Это не нужно принимать. Однажды Прабхупада сказал, что, ну, он слуга, да, Прабхупада, он слуга. Он говорит, я не ваш слуга, я слуга Бога. Я не ваш слуга, я слуга Бога. То есть не позволяйте себя эксплуатировать. Но ты должен быть уверен, что это эксплуатация, что это ложное эго. Наши спорят. А, есть такие спорщики, ой-ой-ой. Получается, когда ты уходишь в себя, либо все-таки проясняешь, тем более, если как-то надо истинно что значит не спорят. Или голосовой. Есть культура проведения диспутов. Герменевтика называется сейчас. Такая наука есть. Мне кажется, даже есть семинар. То ли Госвами Махарадж такой семинар давал, то ли мадам Нохан Прабху, спросите у него. Он, кстати, знает это слово хорошо. Просто в текущих делах рождается какой-то спор. Если эту науку начинает применять, то... На практических вещах каких-то. Да, это естественно, что будут разные подходы, но спорить не нужно. Ты выразил свое мнение, выразил свое мнение, все? Все понятно? И дело не в эмоциях, не договорились. А и дело стоит на месте. Ну, старший решает. Все? Старший решает. Мы позволяем принять решение авторитет. Кто наш авторитет? Скажем, если вы спорите, кто ваш авторитет? У вас разные мнения, как решить. Ваш авторитет скажет, делай так. Делаем так. Все просто.
ситуация, например, авторитет говорит кому-то делать так, он говорит, нет, я так делать не буду. Тогда что, дело куда-то двигалось, как действовать? Другой авторитет нужен. Ну вот поэтому у нас дела не движутся, многие. Да, именно по этой причине. Потому что каждый себе авторитет сам. Если так, то в движении не будет развития. Если есть связь с духовным учителем, вы найдете решение в сердце. Это как раз вот испытание разума. Вот мнение такое, мнение другое, разные мнения, как быть. Разум примените, если вы преданы, если у вас есть связь с духовным учителем, вы должны найти ответ в сердце. Это наша вот ученическая обязанность. Если он должен служить. Мы однажды, как-то очень давно, два лидера мы были в одной ятре, два президента. Так нас установили. Ну вот, и мы, у нас в какой-то момент были разногласия пошли. Серьезные разногласия. И в ятре тоже разделились преданные на две группы. Кто-то за меня, кто-то за него, значит, и раскол такой происходит, беспокойство большое. И мы не знаем, что делать, все стоит на месте, не знаем, что делать. И у меня основания, у него основания, у всех основания, и все кончено при этом. И я пишу духовному учителю письмо, что ты сделал, Рупа Махараш, у нас проблемы, вот так и так. Мы раскололись, разные мнения у нас. В ятре тут вот так все вверх дном, все конфликтуют. Он говорит, в ятре все конфликтуют, потому что вы не общаетесь, два лидера. Вы поссорились, не общаетесь. Значит так, он говорит, вы должны встретиться и пока не найдете решение, не расходиться вдвоем только. Общайтесь сколько угодно, пока не найдете решение. Не расходитесь, пока не найдете решение. Я получил такое письмо, ну ничего себе, здорово. Звоню своему другу, говорю, так и так, вот гуру написал, встретиться и не расходиться, пока не найдем решение. Он говорит, хорошо. Вы с ним просидели 4 часа, нашли решение. Так и все. Если есть духовный член, должны найти решение. Не думайте, что Кришны нет. Решение есть, Кришна есть. Мы однажды заспорили, параматма – это какой аспект? Личностный или безличностный? Ой, искры летели. Ой, мы так злились друг на друга. Личность? Нет, безличный. Наконец, спросили духовного учителя, так вот, значит, вопрос у нас тут серьезный. Но он понял, что тут дело уже доходит до серьезных конфликтов. Параматма – это личностный аспект или безличный? И такая тишина, знаете, все напряжены были. Все решалось судьба ятры. Вот. Кто все-таки прав, кто виноват, там все было на карту поставлено. Нас посмотрел, улыбнулся и сказал, промежуточный. Все рот раскрыли. Ба, о чем мы спорили вообще? Так наши мозги устроены. А на самом деле, Гром Храч? Что на самом деле? Это на самом деле сказал, на самом деле. Или еще на самом деле хочет что-то сказать? Как оно есть на самом деле? Видите, не верит? А мы вот когда спрашивали по поводу параматмы, она сказала, что у преданных параматма выступает как Бхагаван, а у непреданных как параматма. Правильно?
То есть не Бхагаван? Нет, Бхагаван, он выступает как Бхагаван в сердце преданного. То есть это уже не Параматма, а... А, личностный аспект имеешь? Да, я так понимаю. Может быть, да. У преданных может быть так. Ты не хочешь Параматму, хочешь Бхагаван, так? Да. Я так подумала, что значит так. У преданного появляется в сердце в той форме, в которой преданный хочет увидеть. Так, Кришна, куда вы все пришли? Хотел спросить такой вот вопрос. Иногда бывает так, что есть служение, которое, ну, например, там, не знаю, человек учится там, в школе киртан, изучает там что-то. Вот. И вопрос, как правильно расставить приоритеты. То есть у него есть такое служение, где он учится, как бы сам наедине с собой. Вот. Но в то же самое время есть, например, там, какие-то служения, где нужно помогать преданным, и, например, они там звонят, там, надо вот это, то есть, ну, как бы ты там участвуешь. И вот этот вопрос возникает такой, что обычно ты всегда преданным стремляешься помогать и там все делаешь, как бы, но вот это служение, которое обучение, да, оно больше как бы воспринимается тобой как нечто такое личностное, что ну это вот мое, я в любое время как бы могу это все сделать, но на самом деле как-то так получается, что он стоит на месте. Вот. И здесь вопрос возникает, как правильно приоритеты расставлять, потому что оно, вот это обучение, оно вроде как бы идет, ну как-то идет, и вроде никто там особо внимания на тебя не обращает. Вот, а там как бы стоит такое ну, важное, какое-то помощь, там какая-то личностная вот, отношение. Мы занимаемся йогой. Йога – это не просто обучение, это не просто отношение с преданным, это йога. Йога означает связь. Не теряй связь ни с преданными, ни с обучением. Об этом много. Если ты раз преданным откажешь, два откажешь, три откажешь, потеряешь связь, не так ли? Ну вот об этом думай. Если ты перестанешь учитываться, забудешь шастры, потеряешь связь с шастрами. Живи так, чтобы связь не утрачивалась. Ни с кем. Если у тебя хорошая садхана, не должно это произойти. Если хорошая джапа, если ты читаешь книги, если у тебя садхана есть, ты сможешь помнить Кришну. Ты не похожа на карми. Ты не похожа на карми. Может быть, ты большего ожидаешь? Поэтому спрашиваешь. Но ты уже, наверное, на пути. Безмолвие — это тоже Кришна. Вы сейчас думаете о Кришне, так? Или о себе? О себе с Кришной вместе? Или только о себе? Или только о Кришне? Это ценное настроение. Сегодня мы с преданным обсуждали, тоже с нашим учеником, по поводу каких-то
часа более правильно делать, например, если есть какой-то, то есть какая форма, да, если есть какой-то, например, один лидер, и он других вдохновляет, занимается служением, или когда есть несколько, то есть самка такая, несколько людей, которые вместе обсуждают, между собой все это делят, на равных общаются, как вот более правильно должно быть? Сочетание должно быть. Что касается как бы управления вот таких отношений, то сочетается, в исконе сочетается авторитарный стиль с демократическим стилем. Сочетание того и другого. Отдельно это нехорошо. Только автократично или демократично. Это противоречиво очень. А сочетание, сочетание чинти абхеда педататва. То есть единство разнообразия. А авторитарный стиль тоже он важен, нужен в каких-то обстоятельствах. Он очень эффективен. Например, военный способ управления – это единоначалие. По-другому мы не сможем. Там нет демократии. Там и не может быть демократии. Невозможно демократию вести тут. Единоначалие. Но великая ответственность, величайшая ответственность. Жизнью расплачиваются генералы, жизнью расплачиваются за свои ошибки. Это автократичный способ управления. Это как капитан корабля, он тонет с кораблем. Такая ответственность. Демократия снимает такую ответственность или распределяет ответственность. Но демократия, то есть это несколько как бы неразумный стиль управления, если мы об управлении говорим. Путем голосования можно утвердить плохие вещи, ложные какие-то истины. Поэтому это сумасшествие, да, идти на поводу просто демократии. Потому что автократия, демократия, мы должны знать мнение людей, их настроение, их пожелания, их ожидания, все мы должны знать. Учитывая это, мы должны принимать решения какие-то, единолично, если нужно. Учитывать нужно то и другое. Это возможно в сознании Кришны. Не в сознании Кришны, они разделяются, конфликтуют демократы, там, консерваторы, там, не знаю, какие еще, там, либералы, и вот тут вечно идет борьба. Только духовная жизнь совмещает все воедино. Коммунизм, капитализм, там все что угодно. Демократию, автократию. Все примиряет. Давайте учиться это применять. Там, где нужно, мы применяем автократию. Там, где нужно, мы пользуемся демократией. В служении Кришне. Можно уточнение, то есть, например, если какой-то форс-мажор, да, то уже нет времени обсуждать, то как бы автократия... Например, это автократия, да. То есть там, не знаю, потом там что-то срочно... Да, под свою ответственность просто принимаешь решение, все, нет времени. А если есть запас, например, готовится какая-то фестиваль, программа, то есть заранее все обсудили спокойно, все договорились, как-то решили то, что берет, и потом они выполняют, то есть там больше такой... Командный стиль означает, что все обретают энтузиазм в команде. Для этого команда создается. Она включает каждого. Автократия, просто каждый должен подчиниться. А команда, значит, что каждый включается добровольно, с большим энтузиазмом. В экстремальных обстоятельствах мы должны просто выбрать лидера и просто слепо слушать, что он скажет. Все. Это экстремальные обстоятельства. Хорошо. Спасибо большое. Шла Прабхупада ки джай.